Дорогие друзья, об этой трагедии пока еще мало кто знает, но мы сейчас вам расскажем о том, что сегодня рано утром произошло с известной российской актрисой театра и кино Аленой Бабенко. Рано утром актриса направлялась на своем автомобиле домой от своей подруги. К большому сожалению, за несколько метров домой она уснула за рулем и попала в аварию. Из-за нее пострадала девушка во втором автомобиле, с которым произошло столкновение. Да и сама актриса тоже серьезно пострадала, получила травму позвоночника. Сейчас они обе находятся в больнице. Сотрудники полиции сообщают подробности. Есть информация о том, что Алена Бабенко находилась за рулем в трезвом состоянии. На данный момент, друзья, больше пока еще ничего не известно. Будем надеяться только на хорошие новости. Подписывайтесь на наш канал, смотрите наши выпуски каждое утро. Спасибо вам, друзья, за то, что вы с нами.